Четкая и правильная речь формируется с детства. Большое внимание в дошкольных учреждениях уделяют занятиям с логопедами. В детском саду «Аистенок» состоялся увлекательный мастер-класс «Логопедическое кафе. Изюминки коррекционной работы». Его провела победитель регионального этапа конкурса, учитель-дефектолог России 2023 Ирина Конесева. Язычок где? Наверху. Поднялся язычок наверх. Угу. Подняли язычок, да? Наверх. Потом, что происходит? Что нужно язычку для того, чтобы порычать? Р-р-р. Воздушная струя. Воздух, скорее прибегай. Воздух бежит, качает язычок, дергает. И дети наглядно друг на друге понимают. Ирина поделилась профессиональными секретами, которые помогли родителям понять, как формируется звуковая культура речи. В этом детском саду такие мероприятия проводят регулярно. Вместе с родителями логопедическое кафе посетили лидер движения общественной поддержки Егор Чинюк и директор школы «Флагман» Евгений Иноземцев. Мы сегодня проводим большое мероприятие с родительской общественностью. Связано оно с тем, что очень много детей приходит с дефектами речи, с недостатками в обученности, с недостатками в воспитании. Все эти вопросы корректируются педагогами-дефектологами, педагогами-логопедами, воспитателями, учителями. На мастер-классе продемонстрировали эффективные упражнения, обсудили актуальные вопросы логопедии, пообщались с родителями. Правильно подобранные методики способны исправить даже самые сложные дефекты речи. Самое главное – это любить своего ребенка, понимать то, что он индивидуален, то, что он у вас самый хороший и самый прекрасный. Второй момент – это следить за соматическим здоровьем ребенка. Почему? Потому что речь – это высшая психическая функция. Участники мастер-класса получили массу впечатлений. Мамы взяли на заметку упражнения в игровой форме. Мне все очень понравилось. На будущее я приму во внимание, как весело можно играться с едой. Елена Тараненко, Вильфрид Демковский, новости Химки ТВ.